Добрый день, вас приветствует любимая компания «Электромотор». В данном видеоролике мы хотим представить вашему вниманию бытовую насосную станцию торговой марки «Спрут». Это у нас представлена здесь моделька AUMRS 3 Aqua. Готовая насосная станция, автоматическая. Она идет в комплекте с гидроаккумулятором небольшой емкости. Он установлен у нас здесь сверху на 4 литра. Мы видим ВТ-4, это его модель. Здесь у нас установлен специальный блок автоматики. Он идет защиты по сухому ходу с автоматическим перезапуском. В чем особенность данной станции? В том, что здесь установлен многоступенчатый насос AUMRS. Он в нержавеющем корпусе. Здесь несколько рабочих колес, которые нагнетают воду на довольно-таки высокий уровень. При небольшой потребляемой мощности 750 Вт станция подает до 35 метров, и производительность у нее также высокая. Это 64 литра в минуту, благодаря тому, что здесь стоит два рабочих колеса. Здесь на дисплее ЖК вы можете увидеть параметры, которые будут отображаться. Это поддерживаемое давление в системе водоснабжения или же может выдать ошибку. Если в случае будет холостого хода, насосная станция выбивает, здесь будет показываться у вас ошибка, и вам нужно будет просто спуститься, перезапустить данную станцию. Здесь очень просто, удобно, то есть перезапуск, включение, отключение и управление по давлению. Подключается такая станция к сети 220 вольт, комплект поставки входит вилка. Станция небольшая по размерам, не подлежит коррозии. И в принципе здесь таких вещей, чтобы ломались, по сути ничего такого нету. Гарантия на такую станцию составляет 24 месяца. Производитель Спрут. Более подробную информацию о такой насосной станции вы сможете получить в нашей компании по телефону 044-5-30-38. И, конечно же, не забывайте торговаться. Мы всегда торгуемся.